На соревнованиях, как вы знаете, состязаются в беге многие, но награду получает только один. Помните слова апостола Павла, где он призывает бежать, чтобы получить награду. Замечательная медаль, Янина. И действительно, так и написано. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Суббота – это уникальная возможность для детей Божьих получить особую награду в виде небесных благословений среди суеты будничных дней. Поэтому мы будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование «войти в покой его», не оказался кто из вас опоздавшим, говорится в другом месте Писания. Мы поздравляем вас, дорогие наши сестры и братья, с днем субботним и предлагаем начать служение с молитвы. Наш дивный, чудный Творец, мы действительно бежим среди недели, среди суеты и других забот, и суббота для нас – это особенное благословение, время, когда мы можем остановиться и познать, что Ты наш Творец, Спаситель и наш Бог. Мы приглашаем Тебя на это собрание. Будь с нами, Иисус. Аминь. Спаситель, прихожу в Твой храм святой. Славлю сердцем и устами все Твои я чудеса. И сливаются со мной правы, Боже неба и земли. О, Господь, Творец вселенной, глазу нашему внемли. Славлю сердцем и устами все Твои я чудеса. И сливаются со мною Твоих верных голоса. И в святой покой в субботу и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно, говорит псалмопевец. Давайте после таких замечательных слов прославим Всевышнего в гимне.
мою, войди в мое сердце, Боже, открою дверь, войди теперь, войди в мое сердце, Боже, сыном Твоим, словом Твоим, войди. Субботнее утро, сестры и братья! Сегодня мы с вами изучаем 40-ю главу книги пророка Исаии, и наша тема называется «Утешайте народ мой». Я уверена, что у каждого из вас была возможность в течение недели самостоятельно изучить эту главу, и давайте теперь совместно обратим внимание на некоторые моменты, еще раз их обсудим и подведем итоги. 40-я глава книги пророка Исаии является первой в целом цикле глав, которые мы очень с вами любим цитировать. Мы пишем их на поздравительных открытках, мы пишем их в качестве пожеланий, мы отправляем их тем, кто нуждается в ободрении и поддержке, и неспроста. Дело в том, что характер книги, начиная с 40-й главы, резко меняется. И если в первой ее части мы с вами больше читали о грядущем суде, о наказании, об опустошении, которое Господь предрекал за то, что народ отступил от Него, то, начиная с 40-й главы, Господь очень много говорит утешительных слов. Он говорит о своей великой любви, о своей милости, о том, что Он не оставил свой народ, и о том, что наказание не будет вечным, о том, что Он обязательно их спасет. Именно благодаря этому эти тексты, эти слова нами так любимы. Итак, давайте приступим к изучению. В 40-й главе содержатся 4 вести от Бога, которые Он желает, чтобы некто передал Его народу. Давайте попытаемся рассмотреть эти вести с двух ракурсов. Всякий раз, когда вы будете отвечать на поставленные вопросы, задумайтесь, какое значение имела бы эта весть для вас, если бы вам ее сказал Бог? И второе, подумайте о том, как сегодня эту весть вы можете от Бога передать другим людям, которые еще его не знают. Итак, первый отрывок. Прочитайте, пожалуйста, самостоятельно первый и второй тексты из этой главы и ответьте, обсудите совместно со своими друзьями и близкими следующие вопросы. Что утешительного в этой Божьей вести? К какому времени она относится? Каким открывает нам Бога эта весть утешения? Какие утешительные вести, как благовестники, мы можем нести в современном мире? Итак, первая весть от Бога звучит «Утешайте народ мой». Эти слова относятся к будущему. Они относятся к тому времени, когда Господь обещает спасти свой народ и от ассирийского гнета, и от вавилонского плена. В книге пророка Исаии мы видим Бога любящего. Господь в своей великой любви никогда не произносит только суд. Он всегда говорит и о своей милости. Всякий раз, когда Он провозглашает суд, Он говорит о той возможности, как его можно избежать. И здесь мы видим, что Господь дает обетование о том, что Он не оставит свой народ, но что Он идет его освободить. В современном мире
очень много плохих новостей, не правда ли? И, возможно, весть о грядущем суде, весть о скором втором пришествии Христа, она тоже не является такой уж утешительной на первый взгляд. Людям становится от этого страшно. И помимо всего, что они видят сегодня вокруг, они еще начинают думать о том, что Господь еще и накажет за все зло, которое люди делают на земле. Однако весть утешения, которую мы сегодня должны провозгласить в этом мире, заключается в том, что Господь желает избавить людей от суда, от смерти, от грядущего наказания. Всякий, кто поверит в Сына Божьего, кто примет Его как личного Спасителя, он не просто будет, эти вести, они не просто для него перестанут быть страшными, ужасающими, но они будут вестями радостными, вестями облегчения, потому что со вторым пришествием Христа не просто закончится все злое, но люди будут избавлены от любых болезней, от любых страданий и от самой смерти. Второй отрывок, который мы с вами прочитаем, вторая весть, которая содержится в этой главе, это текст из 3 по 5. Прочитайте, пожалуйста, их также самостоятельно и ответьте на следующие вопросы. Как можно приготовить путь Господу, который идет спасать свой народ? Когда эта весть звучала ярко в истории? Почему она актуальна сегодня? Итак, вторая весть, которая записана в этой главе, звучит: «Приготовьте путь Господу». Естественно, передвижение по дороге наиболее быстро и комфортно совершается тогда, когда дорога эта ровная, на ней нету никаких ухабов, нету насыпи, ям и кочек. Спасти свой народ – это инициатива исключительно Господа. Но что мы можем сделать, чтобы приготовить ему путь? Особо ярко в истории эта весть прозвучала перед выходом из Вавилона, когда народ нуждался в духовном возрождении. Еще более ярко эта весть прозвучала из уст Иоанна Крестителя, и во времена перед вторым пришествием Христа эта весть также должна звучать ярко, чтобы люди были готовы. О каких неровностях, мешающих Богу нас спасать, идет речь? Как раз-таки из уст Иоанна Крестителя мы узнаем о том, что природа этих неровностей, она духовная. Если вы помните его слова, то знаете, что разным категориям людей он говорил, от каких грехов нужно избавиться. Он проповедовал покаяние. Его крещение называли крещением покаяния. И люди приходили к нему и узнавали, чтобы приготовить себя к встрече с Господом, нужно избавиться от грехов. Обнаружение, искоренение излюбленного греха силой Божьей, раскаяние, исследование своего сердца с постом и молитвой – вот способы приготовить путь Господу. Третий отрывок. Третья весть записана в стихах 6 по 8. Прочитайте их самостоятельно и ответьте на следующие вопросы. Почему во времена Исаии эти слова были особенно значимы в преддверии пленения народа, а также в контексте Божьего спасения? Почему важно понимать эти слова живущим в современном мире людям, как христианам, так и неверующим? Слова, записанные с 6 по 8 текст, отвечают на вопрос, что представляет из себя человек. Исаия уже не первый раз говорит о бренности человеческого бытия. Мы уже встречали что-то подобное во 2 главе. Давайте на короткое время задумаемся над величиной человека. Нередко мои проблемы мне кажутся самыми большими и важными, а мое мнение самым правильным, моя персона самой значимой. Но стоит подняться на несколько сот метров над землей, как все быстро становится на свои места. С высоты отдельно взятого человека со всеми его проблемами, мыслями, точками зрения и советами уже невозможно увидеть. А поднимаясь еще выше, уже целые города становятся просто пятнами на поверхности необъятной земли.
Оттуда видно все в правильном масштабе. Как нельзя лучше можно понять слова Исаии о человеческой уязвимости и малозначимости. Исаия сравнивает человека с травой, которую мы с вами можем наблюдать не больше одного сезона. И жизнь человека также. Что бы ни замышляли лидеры самых великих держав мира, Ассирии, Вавилона или современных государств, это всего лишь мысли людей, жизнь которых подобна траве. Она хрупка и легко может прерваться любой нелепой случайностью. Она дается Богом, она им контролируется, им поддерживается, и им же в любой момент может быть отнята. В противовес этому Исаия заявляет, что Слово Божье твердо, непоколебимо и вечно. Если Господь сказал, это обязательно исполнится. И давайте прочитаем последнюю весть, которая содержится для людей в этой главе. Это отрывок с 9 стиха и до конца главы. Ну, прочитайте хотя бы некоторые тексты указанные и ответьте на вопросы. Какова главная весть этого отрывка? Каким здесь открывается Бог? Как и чем мы сегодня пытаемся заменить Бога? Ответьте на этот вопрос применительно к своей жизни. Почему это невозможно и к чему приводит? Помня о том, кем мы выглядим в реальных размерах нашей планеты, давайте посмотрим, как выглядит наша Земля в сравнении с другими космическими объектами. Если представить, что Солнце — это огромный мешок, то внутри этого мешка может поместиться более 1 300 000 таких планет, как наша Земля. Ну а если посмотреть на нашу галактику Млечный Путь, то наша Солнечная система будет небольшой точкой ближе к краю этой галактики. Расстояние и размеры тут уже настолько велики, что плохо поддаются нашему осмыслению. И все это величественное множество движется и живет по законам, созданным куда более великим Богом, который стоит над всем этим и управляет. Можно ли такого Бога с кем-то сравнить или кому-то уподобить? Нелепо. Но большинство людей в современном мире все время пытаются это сделать. Если во времена Исаии Бога подменяли золотыми, серебряными, каменными, деревянными идолами, то сегодня идолы видоизменились. Главный идол всех времен и народов – это деньги. Сегодня к ним добавились такие вещи, как социальные сети, сетевые игры, алкоголь, наркотики, желание стать популярным, желание быть властным и многое-многое другое, что занимает место Бога в нашей жизни, что мешает нам тесно общаться с Ним, иметь с Ним наиглубочайшие доверительные отношения. В результате такого ложного поклонения люди идут неверным путем. Они зарабатывают себе страхи, фобии, так называемые. Зарабатывают депрессии, нервные срывы, имеют болезни, совершают ошибки и в конечном итоге умирают, поскольку живут без жизнедателя. Заключительные тексты 40 главы очень многое нам говорят. Прочитайте их, пожалуйста, самостоятельно и ответьте на вопросы. В чем хочет заверить Господь свой народ? Какую уверенность эти тексты дают лично вам? В конце 40 главы содержатся очень важные для каждого из нас слова. Господь убеждает людей в том, что нет в этом мире ни одного настолько маленького человека, дело которого для него было бы ничего не значащим. Нет, Господь не таков. Он близок к каждому из нас. Он близок к нашим проблемам, к нашим желаниям, к нашему изнеможению, к нашим слезам. Всякий раз Он хочет помочь. Он всегда протягивает свои руки помощи. Он показывает выход. Он посылает облегчение и дает силы все перенести.
И его безмерное величие и любовь еще более в этом раскрываются. И мы видим, каков наш Бог. Что могу сделать я? А я могу только открыть ему свое сердце, целиком и полностью ему довериться. Сделаю ли я это сегодня? Однажды 13-летний Джаред прочитал о мальчике по имени Уилфорд, который любил удивлять людей подарками. Он упаковывал подарки, привязывал их к веревке и опускал через заборы людей. Потом он убегал и прятался. Джаред подумал, что было бы весело сделать то же самое в своем городе в Токмаке, в Кыргызстане. Он попросил у мамы разрешения складывать подарки в старые коробки для салфеток. «Какие подарки?» – спросила она. «Какие-нибудь игрушки и все, что смогу найти», – сказал Джаред. Маме понравилась его идея. У Джареда и его младшего брата Сэма были машинки и конструкторы Лего, которые они привезли с собой, когда их семья переехала из Аргентины, чтобы служить волонтерами в Кыргызстане. Многие соседские мальчики были бедны, и у них не было игрушек. Джаред рассказал об этой идее своему школьному другу Камилю. «Давай будем класть игрушки в коробки и перебрасывать их через заборы», — сказал он. Камиль взволнованно улыбнулся. Он подумал, что это отличная идея, и захотел помочь, хотя у него не было игрушек, которые он мог бы раздать. Мальчики взяли две коробки от салфеток и наполнили их лего, игрушечными машинками, шарфами и брусками мыла. Взяв с собой велосипеды, они поехали в район Камили и случайным образом выбрали два дома. Джаред перебросил коробку через один забор, а Камиль через другой забор. Мальчики быстро уехали домой. В доме Джареда они смеялись, представляя, как удивились дети, когда нашли подарки. Сэм, брат Джареда, услышал их смех. «Могу я присоединиться к вам в следующий раз?» – спросил он. Через несколько дней трое мальчиков собрались вместе, чтобы приготовить новые подарки. Они пригласили еще одного мальчика из школы Казимбека. Мальчики наполнили две коробки из-под обуви, две пустые коробки из-под салфеток и два пластиковых пакета различными игрушками, шарфами и мылом. Загрузив ящики на велосипеды, они отправились на поиски ничего не подозревающих домов. Через несколько минут Джаред увидел дом, обнесенный забором. Двор был засажен деревьями. «Сэм», — сказал он, — «брось свою сумку во двор». Сэм перебросил сумку через забор, и она приземлилась на нижние ветви дерева. «Быстро сделай что-нибудь!» – взвизгнул Сэм. Камиль был самым высоким, поэтому он перепрыгнул через забор. Протянув руку к веткам, он схватил сумку и бросил ее на траву. «Пойдем, пока нас никто не увидел!» – крикнул он. Мальчики умчали с места событий на своих велосипедах. После того, как ребята перебросили еще 4 подарка через забор, у них осталась всего одна коробка. Джаред заметил дом с большими металлическими воротами. «Скорее, запихни подарок под ворота», — сказал он Казимбеку. Как только Казимбек протолкнул коробку под воротами, кто-то закричал: «Зачем ты мусор у меня во дворе складываешь?» Когда мальчики уезжали, они услышали внезапно воскликнувший из-за ворот голос: «Это не мусор, это подарок!» В тот вечер, во время семейного служения, Джаред и Сэм взволнованно рассказывали своим родителям о том, что произошло. Их папа был доволен. Он молился за всех людей, получивших подарки. Джаред и Сэм продолжают и сегодня перебрасывать коробки с подарками через заборы людей. Никто из людей не знает, кто это делает для них, и мальчикам это нравится. В 1995 году, 6 июня, я заключил завет с Господом посредством крещения и присоединился к Церкви Адвентистов Седьмого дня в городе Сапаеве Карагандинской области. Работал я на шахте, водителем МОАЗ, возил медную руду и получал хорошую зарплату. Господу я исправно возвращал десятину и приношения, равнозначные десятой части. Осенью по графику я пошел в отпуск, получил хорошую зарплату, отпускные и отложил Господу десятину. Но вот с приношениями я начал думать. Как я уже сказал до этого, я возвращал Господу приношения, равнозначные десятой части. А здесь сумма была другая, намного больше.
Но через некоторое время я принял решение и отложил Господу приношение, равнозначное 10-й части. После отпуска у меня начались очень серьезные проблемы на работе. Из-за соблюдения субботнего дня меня перевели на другую работу с очень низким заработком. Но я также Господу честно возвращал десятину и приношение. И я всегда задавал пастору вопросы, почему со мной это происходит? Почему такая острая нехватка в моей семье денег? Пастор утешал, как только мог. На то время у нас в семье было 2 детей. Супруга также работала, но получала мизерную зарплату, а в то время ее очень часто задерживали. Нам не хватало денег порой на еду. Нам приходилось даже сдавать 3-литровые, 2-литровые, литровые банки для того, чтобы купить еды. Мы не платили за коммунальные услуги. Мы не могли позволить себе проводить какие-то семейные праздники, день рождения или еще какие-то, потому что вот это особая нехватка денег. Ровно через год я пошел в отпуск. Все отпускные мне пришлось отдать за коммунальные услуги. Я обратился к начальнику с просьбой для того, чтобы закрыть отпуск и выйти на работу. Начальник дал согласие и предложил другое место работы, но с таким же низким заработком. Я согласился и начал работать на масловозе, то есть развозить горюче-смазочные материалы по шахте. Начальник попросил меня вести документацию, приход-расход этих горюче-смазочных материалов. Господь даровал мне особой мудрости и силы выполнять все очень добросовестно, что радовало моего начальника, и через 3 месяца он повышает мне зарплату. Через 1/2 он повышает мне зарплату еще раз, потом еще раз. И в итоге я начал получать хорошую зарплату. Я мог свободно соблюдать субботний день. А когда мне нужен был отгул, начальник всегда мне эти отгулы давал. Я отработал в шахте 20 лет. 15 лет я был неверующим человеком, 5 лет последний был верующим человеком, и в течение этих 5 лет, от начальника шахты до простого рабочего, я свидетельствовал о славе Божьей. А те временные трудности, которые у меня были, я прошел с достоинством, потому что Господь помогал мне, потому что я был верен Его обетованиям. И вот одно из обетований я хочу прочитать. Оно записано в книге у пророка Малахии. Оно всем нам хорошо известно. Это 3 глава, 10 текст. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Библии очень много разных других обетований. Но особенно мне дорого одно, которое было подарено мне Господом, и записано оно было в моем свидетельстве о крещении. Это обетование говорит следующее. Записано оно в книге пророка Исаии, 43 глава, 2 текст. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» Это обетование укрепляло мою веру в то время. И сейчас я также имею особые благословения от этого обетования. Мой призыв – будем верны Господу. Быть дома миссионером просто. Достаточно иметь телефон и подключенный интернет. Отправьте запрос на WhatsApp номер, и вы получите короткие аудиопроповеди, с которыми можно делиться с другими людьми. А еще вы можете прислать номера телефонов тех, кому мы можем отправить эти аудиопроповеди. Также напоминаем вам, что на коротких волнах идет вещание радиопрограмм на коренных языках. Настройтесь на правильную волну. Делитесь надеждой.
Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Hope Media Central Asia, где вы можете найти различные видео, такие как караоке, вести надежды, детский рассказ, семинары, а также проповеди. Чтобы не упустить наши видео, нажимайте на колокольчик. Давайте откроем окно в образование и будем учиться в школе Христа. Некоторые ученики считают школу ужасным местом и ждут, когда этот кошмар закончится. Другие видят в школе место подготовки и считают окончание школы лишь завершением одного этапа в жизни и началом другого, лучшего этапа, когда можно получить высшее образование. В чем же разница между этими учениками? В их ожиданиях от будущего. Точно так же многие люди считают жизнь пыткой, а смерть – концом кошмара. Иисус пришел, чтобы дать нам надежду, которая сильнее смерти, чтобы научить нас, что приходящая жизнь подобна школе, которая готовит нас к истинному, высшему образованию – школе вечности. Благодаря жертве Иисуса на кресте нам стало доступно это благословение, и мы можем получить его, приняв Спасителя, узнавая его все больше и больше. Это будет безупречная, идеальная, самая лучшая в мире школа. Когда из-за греха закрылась школа Эдема, качество образования ухудшилось по причине деградации наших способностей, изменений в природе и появления смерти. Но в школе нового Эдема смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Господь и Творец предложит безупречную учебную программу. В мире без греха мы будем изучать биологию без смерти, зоологию без риска, астрономию без телескопов, множество других наук, с которыми мы сегодня не знакомы. Но главным предметом в нашем обучении будет искупление. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». У спасенных будет безупречный учитель, который пожертвовал собой ради всех людей. Он будет с нами всю вечность, ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод. Поэтому давайте создадим все условия, чтобы в наших семьях, школах и церквях наши дети принимали и узнавали великого учителя и благодаря этому пришли в школу вечности. Адвентистское образование – наш выбор. Смотрю туда, где сияет свет, твой чудесный вечный свет. Твердо верю я, впереди рассвет, долгожданный рассвет. Я жду, Иисус, тебя спаси. Смотрю вперед, верю, день придет.
Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к одному эпизоду, записанному в книге «Исход» в 4 главе, в стихе 21. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем фараона». А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Неужели Господь и в самом деле намеревался ожесточить фараона? А может быть, он и нас ожесточает, а мы не подозреваем этого и думаем, что мы сами выходим из себя. Это выглядит на ситуацию, которую я однажды наблюдал в связи с тем, как сын мой относился к нашей домашней собаке. Он обучал, дрессировал ее и заставлял лаять. Лаять на всех, кто приближался к нашему дому. А однажды случилось, что к нам пришел друг семьи. И в этот момент сын мой на реакцию собаки, которая начала лаять, вдруг ополчился на нашу собаку и начал требовать не лаять. Почему? Недоумевала собака, ведь он всегда заставлял ее лаять. Поджав хвост, она не знала, как себя вести. Но со временем научилась отличать обычных людей от друзей семьи нашей. А как в случае с фараоном? Неужели Господь на самом деле намеревался его ожесточить? Может быть, это просто случайное заявление, которое не имеет никакого отношения к этой истории и к поведению фараона. Мы читаем в 7 главе, в 3 стихе, следующее заявление Господа. «Но я ожесточу сердце фараонова». В 14 главе, в 4 стихе, подобное же третье заявление. «А я ожесточу сердце фараона». И он погонится за ними. Получается, Господь относится к фараону как к какой-то марионетке, и он его собирается ожесточить, а потом наказывает его за это. Есть эпизоды в этой же истории, которые сообщают конкретно, что Господь ожесточил его.
в 9 главе, в 12 тексте сообщается: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их». В 10 главе, в 27 тексте: «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их». В 11 главе, в 10 стихе: «Но Господь ожесточил сердце фараона». И в 14 главе, в 8 стихе читаем: «И ожесточил Господь сердце фараона, и он погнался за сынами Израилевыми». Как все это сочетается с мыслью о том, что Господь любит нас, и что Он и от нас ожидает любвеобильного отношения не только к ближним, но и к врагам нашим. Давайте посмотрим на другую ситуацию, записанную в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Христос совершил чудо. Он воскресил Лазаря. И вот вам удивительная реакция на это чудо. Она записана в Евангелии от Иоанна в 11 главе, в стихе 45. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Другая реакция, стих 46. «А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Можно только догадываться, почему некоторые пошли к фарисеям. Возможно, они хотели поделиться, рассказать о выдающемся событии, о том, что Христос совершил чудо, воскресил умершего. А может быть, они из любопытства пришли к фарисеям, чтобы увидеть реакцию фарисеев, потому что знали о непростых отношениях, сложившихся между фарисеями и Иисусом. А может быть, они намеренно пытались установить и спровоцировать конфронтацию между Иисусом и фарисеями. Что на самом деле и произошло? Стих 47 и 48. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом». А один из них, а именно Каяфа, первосвященник, предпринял просто чрезвычайные шаги. 49 стих и 50 сообщают нам: «Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: „Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб“». Друзья, почему такая реакция и решение, которое они приняли, оно просто поражает всех читающих и знающих эту историю? Мы читаем в стихе 53 о следующем их решении: «С этого дня положили убить его». Спрашивается, а за какое такое преступление намеревались первосвященник и фарисеи убить Иисуса? Ведь чудо, которое совершил Иисус, а именно воскрешение умершего, является самым выдающимся,
самым красноречивым доказательством, что Иисус есть долгожданный Мессия, что Он Бог, способный дать жизнь умершему человеку. И на это чудо отреагировали люди тогда вот таким ужасным образом. Они решили его убить. Почему, спрашивается? Друзья, если человек не способен воспринимать Господа, если человек не открыт для влияния Святого Духа, для влияния Божьего, то в случае, если Господь активизирует свои действия по отношению к человеку, который закрыт для его влияния, он будет еще более и более закрыт для Господа. Он будет даже ожесточаться. Поэтому неудивительно, что фарисеи и первосвященник отреагировали подобным образом. Неудивительно и то, что фараон ожесточился на требование Моисея отпустить народ. Господь знал об этом наперед, поэтому он и сказал, что ожесточит фараона. На самом деле его ожесточение даже косвенным образом не связано с требованием Моисея отпустить народ. Я на месте Господа отмежевался бы от ожесточения от действий фараона. Но Господь открытый, предельно честный, поэтому Он так и выражается. И для того, чтобы Моисей не потерял самообладание, для того, чтобы он мужественно продолжал исполнять поручение Господа и требовать отпустить народ, что является на самом деле самым гуманным отношением по отношению к любому человеку. Отпустить, дать свободу. Свободу для нормального вероисповедания. Ведь никаких других требований не было, как только предъявление этих самых насущных, самых естественных требований. Отпустить народ для богослужения и освободить их из рабства. Получается, что ожесточение фараона, ожесточение фарисеев и первосвященника, оно точно так же нелогично, как и ожесточение любого из нас, даже самого маленького ребеночка, который бросается, например, на пол, кричит в истерике в тот момент, когда мама просто просит его, например, не лезть гвоздиком в розетку, потому что это опасно. Друзья, Господь не случайно, когда произошло необратимое, когда мы, люди, стали ожесточаться, Он в своей любви к нам ограничил даже нашу жизнь. И мы сегодня не живем 200, 300, 400 лет или 800, 900, как наши предки, потому что в ожесточении нашем, если бы мы жили долго, мы бы на своем пути уничтожали бы и разрушали все, с чем сталкиваемся. А если мы бы обладали еще и абсолютной властью, как в свое время фараон или первосвященник Каяфа, то мы творили бы очень гнусные деяния.
мы бы разрушили этот мир до основания. Слава Господу, что в своей любви Он проявляет удивительное терпение, и Он не однажды и не дважды, а 10 раз обратился через Моисея к фараону с просьбой «Отпусти народ мой». И это его желание достучаться, оно зачастую, оно достигает цели. Вот возьмем пример с Савла, который шел, ожесточившись, в Дамаск, чтобы взять там письма, доносы на первых христиан и способствовать гонению, уничтожению первой церкви. К нему ожесточенному обратился Иисус и сказал: «Савл, Савл, дорогой мой, зачем ты гонишь меня?» И вот в этот момент произошло выдающееся чудо. Этот ожесточенный человек на требования Господа вдруг откликнулся, и его реакция была самой что ни есть положительной. Он последовал за Господом. Тот, кто ожесточался против Господа, стал его верным последователем. И нас сегодня Господь желает сделать его верными и преданными последователями. Он от каждого из нас желает вот этой реакции. Потому что наступит момент, когда Господь всех тех, которых Он сделал достойными своего царствия, которые в сердцах своих изменились, Он пригласит их быть достойными наследниками Его царства. В Евангелии от Матфея в 25 главе, в стихе 34 мы читаем: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вы знаете, нет оправдания тем, кто продолжает думать, что Господь на самом деле ожесточает человека. Нет. Он любит человека, Он его делает наоборот очень мягким, Он изменяет его, подобно тому, как заявлено об этом в Евангелии от Матфея в 11 главе в 28 стихе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я приглашаю вас к молитве. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты есть, и за то, что Ты есть такой, которого мы узнали. Узнали на основании личного опыта, который заботится о нас, который проявляет любовь к нам и который нас, ожесточенных, делает мягких, делает любвеобильными, свободными от ожесточения и гнева. Господи, только Ты способен на такое преобразование нашего сердца, нашего характера. Продолжай действовать таким же образом по отношению к нам.
мы благодарны Тебе от всего сердца. Аминь. Спасибо вам, дорогие друзья. На этом наше утреннее служение завершается. Благодарим вас за совместное участие в таком поклонении. И помните, награду получает только один. Поэтому бегите, чтобы ее получить. Пусть вашей наградой будет истинный мир и счастье во Всевышнем. Благословенной недели вам и до следующей субботы.